автомобиль Saab 96 GL. Анжей Петшак за рулем этого автомобиля. Автомобиль из Польши, из города Пекары-Слёнске. Saab 1978 года выпуска. Под капотом у него 4 цилиндра, и он развивает мощность 65 лошадиных сил. Вообще, изначально, конечно, автомобили Saab – это производное упражнение выполнено, молодцы. Производное от немецкого автомобиля ДКВ. Когда-то на Saabах ставились мотоциклетные такие вот движки от двухтактные. Ну, потом, конечно, фирма Saab стала использовать двигатели от автомобиля Ford Taunus. Ну, что там говорить, конечно, сейчас, в 2017 году, уже мы не говорим о том, что фирма Saab существует и выпускает легковые автомобили. Эта фирма пока ушла в историю, а вот этот автомобиль Saab 96 является хорошим напоминанием о славном прошлом этой компании, которая когда-то начинала свою деятельность с выпуска самолетов и самолетных двигателей, потом перешла на выпуск автомобилей.